благодарим Татьяну Георгиевну, Андрея Викторовича за то, что они к нам сегодня пришли, доставили нам такое несказанное удовольствие слушать прекрасную, замечательную музыку и поэзию. И будем рады присоединиться к тем поздравлениям, Татьяна Георгиевна, что у вас сегодня день рождения, мы не знали. Извините, мы поздравляем вас, желаем творческих успехов, долгих лет жизни. И чтобы мы оставались друзьями, мы всегда будем рады видеть вас в нашем музее. Я хочу сказать, что чрезвычайно приятно вот в творческих таких, я не знаю, как назвать вообще, я бы сказала, собрания творческие, потому что действительно, вот когда ты играешь, тут картины замечательные, художники, которые ты любишь, ну, это особое ощущение, совершенно, так сказать, это большая тоже радость. Я хочу поблагодарить музей, что пригласили нас вот в эти стены, нам очень приятно, и здесь... Несмотря на то, что старенький, но очень хороший рояль. Спасибо. Немецкая фирма очень хорошая. Тем не менее, я вообще люблю немецкие инструменты. У меня дома старенький, совсем старенький Бекштейн. Ему 130 лет вообще. Но я не хочу никакой другой, я только его люблю. И на больших сценах я больше люблю играть на Стенвее, скажем, чем если нет Бекштейна, конечно, если нет вообще немецких инструментов, то, конечно, Бекштейн, но не Каваев. У нас сейчас в консерватории очень много Каваев поставили. Ну, какой-то такой совсем бездушный. Не знаю, я ощущаю душу этого инструмента всегда, когда занимаюсь, когда выступаю. Я очень откликаюсь на вот, струны. Поэтому мне это очень приятно. Ну, а кто, спасибо вам, кто пришли, кто захочет продолжить знакомство с моей музыкой, там вот есть три диска, которые разные, с разными программами.